Профикан – профилактика канцерогенеза, ингибитор свободных раковых клеток. Привет, меня зовут Олег Патла, и мы сейчас рассмотрим этот препарат. Препарат вызывает апоптоз раковых клеток. Разберем, что это за препарат, как его принимать, разберем состав, посмотрим на его эффективное действие для оздоровления организма. В общем, давайте начинать. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. Помимо существующих методов лечения рака, необходимы новые альтернативы для уменьшения клеточной пролиферации онкогенных процессов. Одним из наиболее перспективных методов лечения является использование яда голубого скорпиона в качестве специфического цитотоксического агента для уничтожения опухолевых клеток. Болезнь легче предупредить, чем потом героически с ней бороться. Яд голубого скорпиона оказывает значительное подавляющее действие на опухолевые клетки. Помимо профилактического действия профикана, это делает его дополнительным средством для лечения рака. За последние 15 лет многие тысячи страдающих от различных форм рака значительно улучшили свое здоровье с помощью сыворотки из яда голубого скорпиона. Эффективность из сыворотки из яда голубого скорпиона была доказана клинически. 8-летние открытия, клинические исследования охватили более 8 тысяч пациентов, страдающих разнообразными раковыми заболеваниями, различных стадиях развития болезни. Клинические исследования сыворотки из яда голубого скорпиона показали улучшение качества жизни у 90% участников исследования. Результаты исследований, полученные до настоящего времени, свидетельствуют о том, что препарат на основе именно яда голубого скорпиона обладает разрушительным действием на злокачественные опухоли. Он оказывает противовоспалительные действия и улучшает самочувствие пациентов, страдающих от рака. В первую очередь это выражается в ослаблении болей, от которых обычно страдают подобные больные. Защитные свойства здоровых клеток улучшаются, а больные клетки начинают отмирать. Опухоль уменьшается в размерах и постепенно исчезает. Одной из важнейших задач современности является именно оздоровление населения. Организм человека подвергается непрерывному всевозрастающему воздействию неблагоприятных факторов среды. Канцерогенов, мутагенов, солей тяжелых металлов, радионуклидов, рентгеновскому и ультрафиолетовому облучению. И это все продолжается и продолжается. Для полноценной работы естественной защиты антитоксической системы организма человека должен получать все необходимые биологически активные вещества. С этими целями и был создан препарат Профикан. Недостаточное поступление таких веществ может значительно повышать чувствительность клеток к вредным воздействиям окружающей среды и тем самым увеличить риск развития рака. Как же принимать Профикан? Профикан рассчитан на курс приема. Это один раз в день по одной капсуле. Это профилактический курс. Если мы говорим о оздоравливающем курсе, то это 3 раза в день во время еды нужно будет принимать. И важный момент – на этом хочу тоже заострить внимание. При первом приеме обязательно пить много воды, чтобы почистить организм и насытить его питательными веществами из самого профикана. Да? То есть, чтобы все полезные вещества усваивались очень хорошо и доходили до тех мест, где они необходимы. С целью профилактики принимайте профикан по 2-4 недели в год. Прием также профикана, помимо профилактического, может сочетаться с химиотерапией, радиотерапией и иными традиционными методами лечения. Я вас благодарю за просмотр данного видео. Если вам интересно более углубиться в изучение продукта Профикан, у нас есть подробное описание всего продукта, что он из себя представляет, состав разбирается досконально, поэтому можно написать под видео, мы вам скинем ссылку для скачивания, или в каждом из чатов есть эта информация. В общем, сохраняйте свое здоровье правильно, будьте здоровы. А с вами был Олег Патлаев, увидимся, пока.